Сегодня ровно год с момента вступления в должность губернатора края Виктора Томенко. Мы не будем давать оценку его работе за этот год. Это уже сделали другие. Мы вышли в народ и спросили у жителей краевой столицы, что, по их мнению, изменилось с приходом нового губернатора, если, конечно, изменилось, и чего они все еще ждут от него. Очень трудно судить пока. Год слишком короткий срок. Поэтому не могу твердо сказать, что, допустим, лучше, хуже. Думаю, да, изменения есть, небольшие, но есть. Например? Например, ремонт дороги. В каких местах, не знаю, но ремонтируют. Мне кажется, вообще ничего не изменилось. Просто мы не замечаем, нам как-то политика не очень важна, да. Кардинальных, да, таких изменений нет. Может быть, он идет к этому? Не знаю, пока еще таких кардинальных изменений пока не заметили. Может, в будущем что-то будет более явно. Хотелось бы, чтобы больше уделяли внимание как-то экологии, может быть. Да, конечно, изменилось. Инфраструктура, да, город чище стал, во-первых. Во-вторых, медицина. Нормально все происходит. Так, что еще? Мне что понравилось по сельхозхозяйству вам. Нормально все, и деньги вкладывает, фермы развиваются. В общем, нормально. У нас много предприятий стоят, много безработицы. И в сельском хозяйстве у нас полная разруха. Вы съездите хоть раз в глубинку, там не хочется туда ехать. Поэтому этих проблем не решает, а надо решать. Вы знаете, я даже не знал, кто Виктор Томенко на сегодняшний день, что такой человек вообще существует. Кто он? Это наш губернатор. Отлично.